прямая трансляция, мы можем ходить по облакам. Алло, как это? Ой, бежим. Ой. Да, что требовалось доказать? О, кстати, мы где-то не в понятном мире. О, она ходит со своим цыпленком. Ну, милашки. Так. Да. Ладно, пора построить что ли себе дом. Но у меня есть пару лайфхаков. Берем любую кровать по вашему нраву. Потом берем любые рельсы. Так, надо их найти. Вот они. Берем любые рельсы. Так, ребята. И нам нужно взять вагонетку. Взять любые блоки. Вот, к примеру, хотя бы песок. Делаем вот так. Кровать снизу. Рельсы тут. Хопа, хопа. Вот так. А тут надо полублок. Давай, блин, не писать не могу. Вот, любой полублок берем. Опа. Ставим вагонетку. Давай же. Ну, это не всегда работает, поэтому вот что я вам посоветую. В любом случае. Ага. Нельзя. Овечка, уйди из кадра. Да ты... На. Вот. В него можно, похоже, поставить полублок. Ну, или... В любом случае, попробуй. Давай. Понятно. Заезжаем. Да ты дебильная вагонетка. Так. Ну, мы еще разбираемся, как этот лайфхак сделать. Поэтому не точно, что работает. Там было не написано. Надо каким-то чудо-образом туда вагонетку запихнуть, точнее кровать запихнуть. А, бесит. Так. Кровать получается ставим. Ставим сюда. Да, ты не можешь блок поставить. Попробуем. Вот, наконец-то. Теперь надо сесть в вагонетку. Это можно сделать так.
И мы по всему образу сейчас настройки, а где клавиатура, мышь, так, давай, да вы тупые. Лайфхак не рабочий, ребята. Вообще не рабочий лайфхак. Блин, я даже не знаю. Что будем делать? Ребята, пишите разные лайфхаки, будем проверять. Но мы еще не построили дом. Вот в чем причина. И сейчас будем строить. Брук. Ну и что же, ребята, прежде чем я вам все покажу, поставьте лайк и подпишитесь через 3 секунды. 1, 2 и 3. Хопа, это мой дом. Вот цветы, вот как заходить вполне, и тут цветочки растут. Тут 2 входа, просто так. И вот тут по сундука можно лазить, можно поспать. У меня есть верстак, печка. Вот еще фонари есть. Ну что? На этом все, мои дорогие друзья. Всем пока-пока. Ну а вы там не пропадайте без моих роликов.